Многотысячный десант начинающих студентов высадился на Театральной площади. Врачи, юристы, экономисты. Здесь представители практически всех профессий. Их лето было непростым. Бессонные ночи, занятия у репетиторов и экзамены. Но зато теперь они полноправные студенты. Дело осталось за малым. Произнести клятву верности своему вузу на самом масштабном фестивале первокурсников. Поехали! Студентами высших учебных заведений Саратова стали более 10 тысяч вчерашних школьников. Многие приехали сюда из других районов области. Полина Григорьева из Энгельса. Я поступила в СГУ, Саратовский государственный университет имени Чернышевского. Я считаю, что это один из старинных и ведущих научно-образовательных центров в России. Поэтому это отличное заведение, в котором можно получить высшее образование. Я считаю, что это очень перспективная профессия, которая в дальнейшем поможет мне построить мою карьеру. Одной из площадок фестиваля стал Театр юного зрителя. Здесь состоялось вручение федеральной награды. Премии «Высота» удостоились лучшие преподаватели высших учебных заведений. Одну из наград получила Наталья Шьюрова. Наши преподаватели, которые имеют достаточно опыт преподавания, которые имеют достаточно воспитательную работу со студентами, пишут научную, воспитательную и учебную работу и там, по определенным показателям и выбрали нас. Это очень волнительный момент. Тряслись руки. Я первый раз на такой вот сцене. Здесь новоиспеченные студенты подпевают практически каждой композиции. Ведь выбирали исполнители сами. В результате голосования в социальных сетях фаворитами для студентов стала группа «Раса» и «Хамали и Наваи». Со сцены они исполнили уже полюбившиеся молодежи современные хиты. У нас, я знаю, в общежитии парни садились в тазики и съезжали по ступенькам в тазики. Вот такое было посвящение в первокурсники. Другие звезды в этот день с поклонниками общаться отказались. Российский дуэт «Хамали и Наваи» не стали разговаривать с журналистами и даже фотографироваться со студентами. Как только закончилось их выступление, они быстро уехали с площади. И по традиции за праздником на Театральной площади можно было наблюдать через большие экраны. Их установили возле сцены. Все происходящее на Театральной площади транслируется в режиме онлайн. Организаторы проведут мероприятие до наступления ночи. Ведь уже завтра студентов ждет ранний подъем и лекции. Рануш Шагинян, Олег Бирюков, Саратов 24.